Аня. Блин, одна из самых дисбалансных карт, как мне кажется. Кого-то она видит. Кого-то горящего. Кого-то глупого. Нет, не этот. Ага, вижу. Железная дева. А как ты деву узнаешь? Сейчас посмотрим. Ну, явление мрака, мне кажется, это точно. Не похоже. А как ты это узнаешь? По скорости открывания шкафчика. Типа быстрее? Угу. Ну, типа да. На явление не похоже, потому что я прям рядом стоял. Мне кажется, она бы обратила внимание. Но преследователь у нее есть. Бросила. Их не бросила. Озвучка, конечно, у нее. Че вычинили? Ты бежишь? На это, значит, да? Ярик. Ау. Вопросики имеются. А у меня нет. А, ты его сломал? Угу. А я тебе что сделала? Ах ты ж, блядь. Пять на тот. То есть Эйс тебе прям вот не нужен, да? Правильно понимаю? То есть на Эйса мы прям плюем. Ёб твою, ты заколебала, слышишь ты? Туннель что-то порыла. Пошла нахуй! А я прям под крюком. Бля, ну это пиздец. На секундочек нету. А, слушай, на это тебя, да? Чё я тебе сделала? Не токсичила. Опять. Ты что, тупая, блядь? Про часики не слышала? Все, заебало, все. Пиздец. Сама играй нахуй свою игру эту тупую. Что за, блядь, туннелинг на ровном месте? Смотри, Эйс ей, блядь, опять не нужен.
Да заебало, слышишь ты? Блять, ты поднимешь, нет? Ай, спиной возвращается, ты смотри, шлюшка. У нее барбекю. Ты меня видела, а ты? Она тебя скорее слышала. Будешь прокидывала на чувака, который чинился. Она обходит. Обходит. Ой-ой-ой, даже так? Вот шлюшка. А, да, было интересно. А тебя она решила поднять, да? Ну, если почесть смог. Бля, ты заебала ко мне бегать. Поэтому почти все гены вычислили как-то. Ага, его поднимают. Ну, куда-то прям рядом несет. Ой, ему несет, да. Или кто? А бежит все равно за мной, смотри. Угу, да, вижу, вижу. Интересно. Так, у него барбекю. Сражение потрачено. У него точно может, барбекю. Может, ты снимешь? Может, ты снимешь, Феликс? Ну, что там с тобой висит? Вместе, мне кажется, быстрее бы чинили мы. Ну да ладно. Я Феликса виднее. А найти не может или что? Вот я ее не вижу, меня это пугает. Феликс сам хил. Ой, Феликс Айса. Так, Феликс открывает другие ворота. Но она, ага, что у него? Да, она его прокидывает. Ай-яй. Чем? Сейчас Феликс? Эти будет прокидывать, смотри. А, ну он недалеко, кстати. Он сдается, Феликс, почему-то. Пошла к твоим. Нет, не хватит искать как. А теперь пошла к твоим. Помэй. Так, ну там эйс наверху. Размен. Нахрена. Ладно, короче, я убегаю, у них там своя атмосфера. Ну, да. Так, Эйс еще к твоим бежит. Эйс к моим бежит? Да, через лач. Да-да-да, он туда, да. Он с другой стороны, как с другой стороны, за лачей. Он за лачей. Что он далеко? Он уже в этом, в воротах. В моих? Да. А, ну все, тогда сбегаем. Я из первой убежал просто. Пуля вообще.
О, какие темные ворота. Слушай, ну она прям достала реально. Топоры на ора, да? Да. Ну да, барбекю читалось. Удивление мрака было, прикинь. Угу. Прикольненькое.